компании Юра Корпорейшн. Очень приятно сегодня вас видеть здесь. И цель вашего визита сегодня, она для нас очень важна, социально важна. И мне бы хотелось, чтобы данное наше сотрудничество в дальнейшем продолжилось, и мы реализовали еще не один хороший социальный проект. Вдвойне приятно, что несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире, ваша компания, компания Юра Корпорейшн, нашла возможность профинансировать, на мой взгляд, очень важный социальный проект, которому мы, в общем-то, уже, наверное, целый год шли к его реализации, и наконец-то он реализован. Я знаю, что и в Корее, и в России очень трепетно относятся к здоровью детей, для того, чтобы они занимались физическими упражнениями, занимались различными видами спорта. И, безусловно, здесь наши планы совпадают. И та площадка для скейт-площадка, которая появилась в Вангороде, красивая, современная, безопасная, я думаю, что станет действительно украшением. И мы сможем уже проводить мероприятия, направленные на здоровую жизнь. Ваш вклад в реализацию такого социального проекта, он для нас очень важен. Но때마다 우리 직원들이 여기 이제 살고 있고 우리 원장이 여기 있다 보니까 Письмо от всех горожан, от всех ребят, которые действительно очень рады, что у них появилась такая площадка. От администрации Вангорода вам вручить и небольшой памятный подарок. Спасибо вам.